5 февраля 1945 года. В течение 5 февраля северо-западнее Кёнигсберга наши войска продолжали бои по очищению от противника Земландского полуострова, в ходе которых заняли несколько населенных пунктов. В городе Познань продолжались бои по уничтожению окруженного гарнизона противника. Наши наступающие части овладели в городе оружейным заводом, на котором захватили 58 орудий, 1250 ручных и станковых пулеметов, 130 автоматов и 1500 винтовок. В Будапеште продолжались бои по уничтожению окруженного гарнизона противника, в ходе которых наши войска заняли 16 кварталов. За 5 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 189 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 21 самолет противника.